Всем привет! И у меня сегодня очень классная новость. Ведь я узнала, что к 2030 году один биткоин может стоить полмиллиона долларов. Я купила биткоины. Предположение о том, что биткоин будет стоить полмиллиона баксов, сделал Джереми Лью, первый инвестор Snapchat, и также генеральный директор блокчейн Info Питер Смит. Как эти ребята пришли к такой цифре? Они решили, что сеть биткоина к 2030 году вырастет в 60 раз. Также они посчитали, что стоимость биткоинов одного пользователя увеличится в 10 раз, составит 25 тысяч долларов. А потом они все это помножили, поделили и решили, что биткоины будут стоить полмиллиона баксов. Интересная новость. Я, как дипломированный оценщик, решил пересчитать иначе. Я посмотрел динамику роста последние годы. И получается, что биткоин удваивается каждый год. И если этот темп будет продолжаться, то какие полмиллиона долларов? Ну будет просто миллион с лишним долларов. Мы все будем сказочно богаты. Хотя никто ведь не знает, будет ли вообще к 2030 году доллар. Или будет ли биткоин. Мир так переменчив. Похоже, они специально дали эту новость, чтобы разогнать курс биткоина. А, пожалуй, я тоже дождусь так тысячи полторы и солью свои битки.